До начала подготовки к отопительному сезону еще 2 месяца. Тепло в батарее обычно пускают 15 ноября, пока же на котельных проходят по графику профилактические работы. Из 110 котельных готовы 50. Кстати, в здравницах, санаториях и отелях горячую воду не отключают. Эти объекты пройдут подготовку только осенью. А вот жители многоквартирных домов уже должны позаботиться о теплой зиме. Дать заявки на осмотр тепловых сетей в хозяйствующей организации, соответствующие той или иной форме собственности. Компании должны сегодня не только провести полностью инвентаризацию и теплового хозяйства, канализационного хозяйства, но также заняться вопросами подготовки подъездов к зиме, дворовых территорий. Кроме этого, конечно, особое внимание нужно уделить нашему теплохозяйство. Сочи Теплоэнерго начинает работу по проверке систем отопления, их промывки и опрессования. 60% домов эту процедуру уже прошли. Всего же в Сочи насчитывается 1690 многоквартирных домов. На совещании присутствовали ТОСы и домкомы. Были рассмотрены примеры отдельных проблемных объектов. Получить необходимую консультацию по вопросам ЖКХ сочинцы могут в единой диспетчерской службе администрации города.